Друзья, всем привет! С вами «Схема сборки», самый модельный из всех модельных каналов «Формулы-1». И сегодня, да, сегодня у нас вот такой хитяра на обзоре. Почему хитяра? Да потому что выпуски моделей более-менее свежих, актуальных для современной «Формулы-1» довольно редки. Предыдущим хитом от Томми были такие модели, как Ferrari F60 и Red Bull RB6. Машина уже практически десятилетней давности. И тут вдруг, ощущая конкуренцию со стороны тех же Fujimi или Ebro, томиевцы решили выпустить сразу, не мелочась, почти чемпионский болид. Именно Ferrari 2017 года SF70H сегодня у нас на обзоре. Не Mercedes, не Renault, не Red Bull, не Toro Rosso, а именно Ferrari. Потому что продаваться она будет лучше, чем все остальные вместе взятые. Конечно, этот кит попал в мои руки довольно поздно, модели уже почти 2 года, но тем не менее, продается она до сих пор очень хорошо, и в списке хотелок моделистов, наверное, стоит на одном из первых мест, тем более начинающих. Дело в том, что все начинающие моделисты мечтают приобрести машину как можно более современную, актуальную, но не всегда учитывают простоту сборки той или иной модели. Поэтому весь интернет пестрит фотографиями плохо построенных Red Bull, RB6, кое-как собранных Ferrari F60. Но потом моделисты понимают, что лучше начинать с малого. И начинают покупать себе Ferrari F189, ну и прочие допотопные модели от Томми для того, чтобы потренироваться. К этим штукам, к современным машинам, к разноцветным машинам нужно подходить уже с умом. Если говорить об истории самого болида вкратце, то она довольно печальна. Почти чемпионская машина, да, 5 побед, да, множество подиумов в сезоне 2017 чемпионата Формулы-1, но ни Себастьян Феттель, ни Кими Райконен не смогли на ней навязать конкуренцию Мерседесам. Из отличительных особенностей современных болидов, которые присутствуют на этой модели, уже широкие колеса. Они стали шире в тот сезон. Множественное оперение боковых понтонов, вернее, в диапазоне от переднего колеса до боковых понтонов. Мы это все рассмотрим на живой модели. Измененная геометрия задних антикрыльев. Еще навороченные передние антикрылья. Сейчас их запретили, они стали более, вернее, менее детализированы, выражаясь модельным языком. Ну и, конечно же, гибридный двигатель с турбонаддувом, правда, эта модель нам его не дает. По сути, это аналог эбровских Макларенов, что ли, без внутрянки, только внешняя проработка. Но в отличие от Эбро, это не Макларен, а Феррари, и этим все сказано. Давайте уже откроем коробочку. На первый взгляд набор у нас довольно богатый, но потом приходишь к мнению, что большинство из этих деталей все-таки составляют наружнее оперение, которого здесь очень и очень много, впрочем, все по порядку. Белый летничок, на нем представлено все правильно, оперение. Крылышки переднего антикрыла, торцевые пластины заднего. Ну и всякого здесь насыпано разного. Сразу отмечу, что большинство деталей нужно будет карбонить, но это больше относится к черным летникам. Хотя здесь наверняка что-то и из белого. Нужно будет дополнять карбоном, декалями, да и по сути красить все это надо будет. Качество проработки довольно высокое, впрочем, об этом поговорим на красных деталях. Вот летничок с капотом двигателя, передним антикрылом, пластинами заднего антикрыла, горловиной воздухозаборника из двух деталей. Тут вообще много разделено на две детали, включая сам капот. Нужно все склеивать, нужно будет много точить. А много точить здесь не хотелось бы, потому что проработка самой прорисовки расшивки очень хороша. В общем, все отлично, но как все это будет собираться, узнаем уже на сборке. Я попробую сделать несколько серий по сборке этой модели. Но на первый взгляд можно сказать одно. Клеить надо будет много, клеить аккуратно и последовательно, чтобы ничего у вас не уплыло в ту или иную сторону. Летник с элементами кокпита, обтекатель носа, боковые пластины этого обтекателя. Низ, видите, насколько разделено. Если в Ebro мы брали полностью нос и просто приклеивали нижнюю часть, причем она там на защелках, все хорошо, то здесь нам придется к этому верхнему элементу клеить боковухи, потом клеить низ и еще кучу-кучу всего. И потом сверху довешивать еще множественное аэродинамическое оперение.
Ну, посмотрим, насколько все это будет стыкуемо. На вид пока что нет ни облоя, ни утяжин, так что эти страшные слова моделистов здесь практически неприменимы. Но это на первый взгляд. Пока что хвалить не будем. Количество литников у этой модели, конечно, побольше, чем у старых моделей от Tamiya, но это обусловлено, опять же, огромным количеством аэродинамического оперения. Несмотря на то, что здесь практически нет внутрянки, вот он весь двигатель, склеивается из двух частей, причем на него уже сразу привешаны элементы системы DRS. Тут же у нас подвеска во всех ее видах. Кстати, вот эти вот широченные задние пластины подвески заметны только на модели, на самой машине я их не замечал. Система выхлопа с тремя трубками, она здесь будет собираться из нескольких частей. Ну и дополнительный литничок с креслом пилота, дисками, гайками и еще кое с чем. С этим уже познакомимся при сборке. Это я к чему? Что по сути модель можно было сделать на двух литничках. Она была бы довольно простой и ее бы с удовольствием юзали начинающие моделисты. Ну а вот в таком виде, конечно, я бы не рекомендовал использовать эту модель как свою первую, потому что здесь много будет секретиков. Самое главное, конечно, карбон и соединение вот этих деталей, чтобы не было швов, не было каких-то лишних элементов. Все это довольно сложно. Здесь у нас воздухозаборники тормозов, сами тормозные барабаны. Не удивляйтесь, тормоза-то дисковые, но они в современной Формуле 1 прячутся в такие барабаны. И там внутри все в вентиляции, все в специальных приборах. Так что нам, по сути, будет видно только барабаны. Здесь нет вот этих традиционных карбоновых дисков там и так далее. Руль присутствует, ну и днище. Я уделил особое внимание толкателям. Если на внешних обтекателях их нет, то глядя на днище, мы видим, что прямо на видимых частях, ой, какая же она тоненькая, изящная, ужас. И довольно будет коротенькая модель по сравнению с тем же длинноносым McLaren Atebra. Ну, впрочем, посмотрим. Толкателей здесь много. Вот прям можно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Вот то, что я сходу насчитал. 26 толкателей на видимых частях днища. Но это норм, не норм. Эх. Впрочем, здесь везде будет карбон, просто нужно хорошо подготовить поверхность и спокойно покрыть ее карбоновыми декалями. На этом с литниками все, на колеса. Колеса у нас, конечно, забавные, здесь почему-то лежит отвертка, я еще точно не могу сказать почему. Итак, у нас присутствуют отдельно запакованные два колеса задних. Отвертка и очень-очень маленькие болтики в количестве 5 штук. Ну, я так понимаю, один запасной. Видимо, наши колеса будут все-таки прикручиваться к подвеске, что довольно-таки неплохо и характерно отличает Tamiya от Эбра. Все-таки на Эбра там просто пластиковые штырьки. Попал, не попал, стыканулось, не стыканулось, и все. Здесь можно это дело прикрутить, причем наличие отверточки. Наверное, вот из-за этой отвертки модели стоит на 1000 дороже всех остальных. Не знаю. Но что касается колес, то, конечно, Tamiya Эбра сильно проигрывает. Во-первых, традиционный шов никуда не делся, его нужно будет стачивать. Во-вторых, эти колеса какие-то не такие уж и широкие. Вы знаете, я ожидал большего. Ширина этих колес, она даже чуть поменьше, чем на моделях 70-х. Ну так, на первый взгляд. И самое главное, здесь нет декалей компании-производителя этих колес. А у Эбра тут все пропечатано, все глянцевой красочкой сделано, выглядит очень красиво. Да и мучений моделисту намного меньше. Нам же придется клеить декальки. Опять же, совпадет, не совпадет, как они будут смотреться на этой резине. В общем, головняка довольно много. Это далеко не все наполнение модели. У нас здесь есть еще традиционные литнички с декалями. Вот это первое, что меня интересовало, и я никак не мог найти информацию, пока не купил модель. Здесь есть специальный листик с карбоновыми декалями. Это значит, что купив модель Ferrari SF70H от Tamiya, нам не придется покупать за 2-3 тысячи рублей
карбоновой декали от студии 27. Вот это вот большой плюс, и, собственно говоря, модель можно собирать прямо из коробки, не запариваясь на какие-то допы. Колесные деки одинакового размера. Кто-то тут у нас еще рекламные наклейки, в том числе и наклейка плавника. Здесь есть масочки. В общем, все дополнительное оборудование для поклейки и покраски тут присутствует. Это очень хорошо. Наверное, из-за вот этого всего и складывается реальная цена модели, потому что, в отличие от старых моделей Tamiya, она стоит... Ну вот сегодня я смотрел на официальном сайте Tamiya Shop.ru, там она 4 с лишним тысячи стоит. Ну, это, как вы понимаете, если можно купить за 2000 какую-нибудь старенькую модель Tamiya и собрать ее с удовольствием, то здесь придется выложить много денег. Но если посчитать модель за 2000, прибавьте еще за 2000 декаль от студии 27, маски, там, отверточку, вы получите все там 7-8 тысяч, если собирать все это по частям. Ну, это я утрирую, конечно. Масочки для покраски, они нам сильно пригодятся, это хорошо, с ними работать всегда удобно. Ну и еще один пакетик, здесь у нас металлостикеры для зеркал заднего вида и идентификационный номер. Посмотрим, куда его нужно клеить, то ли это от самой модели номер выпуска, я вот не могу найти его на коробке, то ли это от реального болида, может быть, номер коробки передач, двигателя или шасси, который присутствовал на реальной машине. Но тогда я думаю, что этих номеров должно было быть побольше, потому что пилота 2, самих шасси за сезон изготавливается несколько, но, соответственно, номера у всех разные. Довольно богатый набор декалей. Прям вот за него можно пятерочку поставить Tamiya. Тут у нас еще что-то в коробке. Background information. Ну, то есть, в принципе, вот здесь, если вы обладаете японским, то можно прочитать всю информацию об этой модели. Я что-то не осилю, наверное, все это количество иероглифов, но, в принципе, можно и на других языках, на английском, на немецком и на французском. Ну, окей. Просто приятный черно-белый листик. Но есть здесь и цветной. И здесь у нас на цветном присутствует таблица. Правда, эта таблица, она, я понял, это рекламка новых красок. LP. Серия появилась у Tamiya. Вроде как это нитро в баночках. То есть то, что, в принципе, нам предлагали в баллончиках, теперь они выпускают в баночках. Но это не точная информация. У них была серия алкидных эмалей в квадратных баночках и серия вот таких круглых баночек с акрилом водоразбавимым. И, в принципе, был собственный растворитель там от Tamiya дорогущий. Вот теперь они придумали вот эти баночки. В надежде, что победят они краски Mr. Color и прочие другие, которые сейчас выпускают просто пачками. Там уже и Zero Paints, и Gravity, и чего только нет. Выпускают современные кайфовые краски. Ну вот в этом плане Tamiya немножко отстает от всего мира, наверное, потому что и так их баллончики продаются аки семечки на базаре. Ну и сама схема довольно внушительная, традиционно черно-белая. Единственный кайф, что сделано все-таки книжечкой, не надо вот эту раскладушку туда-сюда юзать. Тут нам объясняют, как работать с масками при покраске. Ну и пошел процесс сборки. Естественно, тут в основном все это касается обтекателя. Из нескольких деталей, прокрашивая по ходу дела, прокарбонивая. Ой-ой-ой-ой-ой. Да уж. Придется повозиться с красками и наждачками. Ну, в целом, ничего такого страшного и непреодолимого я не вижу. Думаю, что может разобраться даже подросток с этой моделью. Единственное, насколько она будет выглядеть грамотно, красиво и блестюче. Ну, тут уже дело скилла, дело опыта, дело набитых рук. Ну, если вы понимаете, о чем я, да? Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что это типичный набор от Tamiya. Да, более современный, чем все то, что есть на рынке, чем даже современные, можно сказать, модели RB6 и F60, которым уже почти десяток лет. Лучше стала пропечатка, ну, естественно, растет технология компьютерной 3D-графики, поэтому появилась возможность сделать очень детализированные детали. Намного лучше стала расшивка на самих деталях.
очень детализированная, миниатюрная. Вот ее вообще лучше не трогать и не пытаться там повторить каким-нибудь расшивателем или как там скрабер называется. Но при этом всем улучшении не озадачились они все-таки на внутряночку. Я не знаю, это секретные технологии Ferrari или что там помешало им сделать нормальную модель. Еще одна особенность любых моделей, это если ты вытащил литники из пакетиков, то сложить компактно в коробку их потом вообще не получается никогда. Но, ребят, несмотря на все вот эти плюсы современного производства, современных моделей, остались чисто томеевские приколы. Не очень качественная по современным меркам резина. Это я смело говорю, у Эбра гораздо круче колеса, чем вот это вот. В 2019 году изготовлять вот такое, ну, такое же, как в 1960 там каком-то лысом году. Но это как-то не очень айс. И, конечно, декали на колеса. Можно было все прорисовать, и моделька тогда была вообще шикарная во всех отношениях. Но в целом набор богатый, он стоит своих денег, если вы покупаете там не в официальных магазинах, а где-то с eBay, там, со вторых рук. Цена, мне он достался по цене 3000 рублей, и, в принципе, на все 3000 рублей это выглядит. На 4, может быть, нет, но на 3 точно. Впрочем, говорить о ценах, говорить о качестве модели бессмысленно. Еще раз повторю, это хитяра. Во-первых, это Ferrari. Во-вторых, это современная машина с широкими колесами. Машина, которую застали уже практически все болельщики, как и олдфаги, так и наши юные сотоварищи, примкнувшие там 2-3 года назад к болению за Формулу-1. Плюс ко всему, это очень раскрученная фирма Tamiya. Так что на сегодняшний день, наверное, вот этот набор в бюджетном сегменте моделизма самый популярный, самый востребованный и, собственно говоря, входит в число обязательных к сборке моделей для любого моделиста в сфере Формулы-1. Я это точно знаю, потому что нас, таких моделистов, всего 3 человека на этой планете. Можно просто спросить у каждого, и они молча тебе кивнут. На этой веселой ноте давайте завершим наш обзор. Я приступлю потихонечку к сборке и буду показывать вам основные моменты, с чем столкнулся, чего добился. Надеюсь, моделька получится хорошей.